Какое созвездие точно есть? 4. Да с такими еще развилочками. Богатые. Можем выкопать такое, посадить. А как он называется-то? Татарское мыло. Татарское мыло. Мы когда пасли, ну бывает руки грязные, нарвешь несколько цветков с водой, размышь от пена, как будто, а мыла-то не было. И руки чистые. Видимо, прозвали так, потому что как-то знакомы были с татарами или что. Надо же. Я увидал, даже удивился, что оно здесь. Ну, это-то синий, это я не знаю, какой-то. Ну, какие-то колокольчики, наверное. А? Колокольчики, может, какие-то. Не знаю. Видишь, как вот. Что, София, купались? Да. Второй раз уже купались? Нет, только один раз мы всего купаемся. Все у них идет хорошо. Но. Слава Богу, дежурят. Подавать, раздавать. А потом купаться пошли. Вот. Бегали играть так. А когда там деревенских не было. А там деревенские. Ну, они каждый вечер. Там Никита, ЛДПР. Я им расшифрую ЛДПР. Л. Лучшие. Д. Лучшие дни. ЛДПР. Потрачены. Так, куда? Я смогу сейчас сходить к барабашам. Мне надо им что-то поделить. Ну, разрешение. Это не просто так. Это агитация. И он не за то, что там добрый или как, а он именно, чтобы его выбрали. Ну ладно, пойду я. С Богом, спаси Христос. С Богом. Да. А мама где? Похоже на розу. Издалека. Смотри, ну, что да. Делают. Мама дома. Нет, это тут мураши. А где мама? Ему нравятся дети. И они боятся его. Гляди. У него хорошо получается. Знаете, если они вам мешают, они нельзя? Мешают, они все съедают, проходят. А диклофосу нельзя? У нас есть диклофос, от которого все убирают. Степа, руки из карманов достань свои. Если не хочешь быть наказан за это. Я лучше всех на этом деле. Хотите лучше всех? Хотите? Работайте. Ну, так, слава Богу, уже все. Ласточки летают. Воробьи, ласточки. Вот они пикируют. Красавцы. Мама возьми с собой. Ребятишек, сестренок всех. Сходите все вместе. Это большая дырка. На Рабашам сходить надо. Вот Виктор провел занятия. А это не приходило. Все это на мама. Принесла какие-то там ватрушки, там все. Нанесет напротив, несет напротив. Я говорю, мы-то чем тебе можем воздать-то? Не будьте ничем должны, кроме взаимной любви. Я говорю, ну что, на столе понравится, то бери у нас. У нас хлеб испекли. Ты не лезь, ты науку повредишь. Ты едешь куда не надо. Все, однако. Готовимся к ужину. Опа.